Сан-Франциско набирает популярность прокат электрических самокатов или скутеров как вариант передвижения по городу. Однако у города нет отдельных правил для использования такого вида транспорта. Кроме того, самокатчики катаются по тротуарам и часто бросают самокаты на улице после поездки. Это не очень радует горожан. Иногда это раздражает, и я слышала, что власти не очень довольны. Некоторые горожане считают, что компании, предлагающие электросамокаты в аренду, должны уделять больше внимания их парковке и удобству пешеходов. Самокаты очень удобны, но им нужно что-то вроде парковки. Власти Сан-Франциско говорят, что разрабатывают отдельные правила для использования самоката в городе. Скорость, безопасность и, конечно, наказание за нарушение правил.